Созданные из делегаций 90-х годов. Вот. Ну и также различные мелочи. Я думаю, что вот Павел нам лучше расскажет о своей выставке вообще. Почему она так называется? Какие мелочи здесь представлены и что за предметы должны быть? Во-первых, хочу выразить благодарность хозяйке галереи за предоставленную возможность нам здесь все встретиться. Во-вторых, почему мелочь? В процессе жизни в помещении, где работаешь, скапливаются остатки чего-то, что куда-то не вошло в какие-то выставки, что куда-то как бы не успело попасть, что просто осталось, или что-то появилось, непонятно почему. Начал думать, как бы все это скомпоновать, там обрывки, огрызки, осколки. А потом подумал, вот так вот достаешь куртку из шкафа, раз в карман, а там мелочь. Возьму мелочь, а приятно. Вот мелочь. Вот она накопилась. Люди посмотрят, она все-таки не умрет за шкафом. Главное же обратная связь. Поэтому мелочь. Смотрите, наслаждайтесь. Спасибо, дорогой. Да. Ну там написали видюшку, пока к нам не ходили.